Какой ахчик? Я только пришел. Тессер тоже отошел. Что это такое минус 120? Что это такое? 12 ЕП, что это такое? 1200. Бафов нет. Ирлана на Морвин. Интеллект. Глупые смертные, думали, что одолели нас, Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Наш был досадным недоразумением. Сила смерти позволит Коронару свершить отмщение. Меня слышно, парни? Вам нужен там кто? Со сферы бегите сейчас. Меня утомили. Альтея, беги. Ой, давай я, наверное, все-таки на шамана зайду и все. Я не буду бросить уже. Я с собой 3 КД подряд ходил уже, но надоело. Еще тогда. Ну, как вариант, надо кролику с собой, а его полену. Можно полену, в принципе, что. Я хочу научить. Короче, ладно, я с собой сейчас зайду и все. Или... Ну, с собой зайду, ладно. Пролить ты не сможешь на нее, да, если ты не писал шнипы? На, на квель. Да, тебе. Хотя, нет, хотя если с роллом, то. Короче, на шамана пойду. Никому не будет пощады. Теперь вы видите, насколько мы все. Как вы танка уронили? Он писал вообще, на кого ЕП кидает? Или он на этого мага и кидает? Это паладин. Правда, полчаса потом прошло. Но написано. Все хорошо, уговорили, ладно, иду я магом, короче, на мага ЕП получаю, хорошо. Не, ну просто как бы, чтобы все в равных условиях находились. Ну пойми, я очень давно не играл, и мне как-то, ну, не особо сейчас это интересует.
это все понятно, просто чтобы не создавать прецедент, чтобы потом не говорили, что да, вот я понял, шел, я уже понял. Потом... Не продолжай, все. Хорошо. Да пусть хан топулит нормально, не идите туда. Все равно этот совет какие-то был при нем. Можно как-то в этом омане звук поменьше сделать? С нормы 8 искр надо, а заявить 7. Не спал. Кресты топы, блядь. МП5 по друиду. МП5 по друиду.
Бабл бы нажал и все. Ну и чё, какая разница? Все равно бабл можно нажать и не лежать. По идее, должны были уже пройти, если с пула кидала крылья. Нет, не с пула. А ну тогда возможно. Да еще нет. Три секунды. Минут 35, по-моему, даже. Вообще заебись, я сегодня сурка убил с 2 скиллов. Выпало. Это я еще не одет и нихуя, у меня просто 120 уровень. За конем ходил, что ли? Не, я, короче, эти ачивы в десятки делаю для дракона. Ну конь падает, блять, 1%. Нахуй за ним ходить. Чешу им сделать и этого коня с сумки забрать. Спутники прикольные падают. Серебра вообще охуенно. Там типа с каждого босса падает что-то? Нет. Кстати, там тоже падает по 2 одинаковые шмотки, может падать. И только 1 героический токен, так что раньше работало неправильно. Мне нравится там маунт, паук такой прикольный. Врываюсь. Я лесу хочу сделать себе. Что кроме завоевателя выпал? Ладно, это... Вы покорители. Кучина. Кучина. Этот... Да-да.
Знания! Умрите! Что? Что я наделал? Эй, вперед! Нет! А, нет. Кровавая пучина будет лучше. Ты 1000 душ набил паладина? Ну вот эти. А, точно, ты же в очереди уже. Да-да-да. Эти что-то на маму. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок. Ты сам привел мне подкрепление. Захильте его сразу, ты его срубит. Ауе. Смотри, Славик, а может ты тут потанчишь, а Вуди похилит? У нас тогда хил прибавится. Не, вот бы. Это Мишка. Еще
Погоди, я ману попью. Хоть сам говоришь и убежал. Хуй пойми куда. Один паладин лишний, от которого летел. Да он знает. Какие-то слабые сегодня. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты серьезно? Влад, давай со спины. Тяни БДК, блин. Кстати, посмотрел твой гайд на БДК, дед. Мне действительно понравилась идея с скачиванием двух талантов в меткость и нечестивость. Я не хочу.
Так, там ставится символ на таунт вместо того тупого символа на шилд магический. Не знаю, у меня еще ни одного промаха не было. Еще... Может, у Валеры тоже такие символы, как у тебя, раз я сорвал АДК у него ребро, когда он говорил, что типа это таунт был. Я специально посмотрел стрим, хотя у меня нету на панели таунта, никакого таунта не было по ребру. Если честно, пока я смотрел от его монотонного голоса, я раза 4 чуть не заснул нахуй. Не, ну вообще как бы сам гайд годный, я согласен, нормально. Славик, замуйте потом, да, трэш почистите, там штаны зачарю, да, камни вставлю. Что там есть колечко на танк? Все, я отошел туда. Где? А что там упало? Там на холле пало что-нибудь пойдет? Не, понятно, ладно. Там ивент не запустился? А что, вести тех мобов? Ставь для начала выключить. У нас Синдри, которые. Ну, пойду тогда чай сделать. Thank you.
Окова покинай. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Слайк, подходи. Дайте бафы. Шуманите там, пожалуйста. Для начала сержик, он написано, что работает инет, поэтому массовый не давайте. Под рулем не... Повороте поставишь-ка. Повороте ФК-шит. Я тут, а сейчас я возьму класс и поставлю. Спасибо. Дайте рыбу. Ну нет рыбы, я кушаю хлеб. Чего ты? Вроде ты пустяшка. У меня ПВП. Похилик похилил, но... Такой. Повороте. Я иду да к вам, ну что такое? Ну терпение, иду уже, еду. На лифте. Соляры. Жмите. Вары, можете на хп крикнуть? Хорош.
Вуди. Вуди, дай каст ауру. Лес разбафы. До ПП все равно не успеем, так что не рвитесь там. Челок он лайкает, давай погнали. Второе окно закрывало. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Слушайте этого дебила, ничего тут не откидывают, если нормально стать. Беги, малышка, беги! Это хилы не хилят, блядь. Ну, на мне и на Владе метка, и все. Не, ну я выпад отдал, чтоб не сдох этой притяжки, но все равно просил. Не надо. Пусть лучше будет у людей куда побить. И спрятаться. Гин нужен, гин. А какого хуя вы их не сливали, блядь? Гин надо было дать, чё с пистами? Особо ждёнка у меня. С одного удара получил 400 к обморожение. Это как, блять? Вы чувствуете, как ледяная ладонь? Нажал кош, сбросил стаки и ударил один раз, и 400 к появил. Вроде как, да? У вас 0,5 секунд. Вот поэтому. Да что-то с взлетки. Задрала. Чиль, давай, кралька, не ори. Никто не уцелеет. Кулак по поварам дай. Yes. О, пиздец. Конченые, блядь. Какие с бекамором хорошо разбил. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая удел.
Погибни! Погибни! Удел смерть! Погибни! Там метку разбили или что, что так вайпнулись? Да. Так что там ты кинул? Давай ГП хули. Что за хуйня такая? Ну там надо видео уже смотреть, непонятно кто бил. Значит, я не видел. Меток не видел или что? Включи показатели этих, блядь, ХП над метками, чтобы видел, надо кидать мор или уже не надо. Да, Димон, есть класска, дашь обмен мне, дам тебе. Дайте маунта, пожалуйста, ребят. Кидай обмен, а то я тебя не вижу. Отойду в сторону. Прыгаю. Или тебе дали уже? Если мне накинешь, я отниму от тебя, мне похуй. Я такой беспредел не буду терпеть. Но я-то знаю ГП свои уроги. Просто если я отбегаю, бью пару меток, допустим, справа, я вижу, если у них там ХП, допустим, 100 тысяч, я кидаю. Я иду бить другую. Но у меня будет набито нормально, и ты мне кинешь, что за хуйня. Забей. Просто смотришь потом видео и говоришь, кому ГП. Без фласка. Вы 5 ханту дайте. Один хил только. Кстати, не собирайте. Беги, малышка, беги! Придется бежать. Ну подхильте хоть немного, алло. Вы так я сжал кош уже. 4. Thank you.
Кто там умер опять? Я. Это пипец. Опять один хил вроде. Дайте гимн кто-нибудь из престолов. Гимн на ХП, а там не сдохнул. Трихила. Уёбок ебаный. Кикай нахуй. Захильте протопала, захильте протопала. Че, вам помощь надо? Меня кикнули с арены. Не пизди, Войт, там на Виталика. Давай заходи престом в камень. Нормально. А этого дауна кикай нахуй. Играет лучше, чем ты раза в 4. Не, я серьезно спрашиваю, надо или нет? Заходи на преста, этого преста кикай, Войт. Пошел в жопу. Пиздец, ты нахлопал, блядь, урод. Нахлопал 500 000.
за шипы. Он и умирал там частенько, просто так, типа... У него, блядь, не 6, у него 6,5, нахуй. Проходи на камень, Саиталь. Ты понимаешь, даже если бы начали разбегаться, то, блядь, кого-то цепануло и все равно бы заморозило под рейд. Я далеко убежал, меня цепануло. Иди в задницу, бля, виноват именно человек, который ее не вынес, а не весь рейд. 7 гп нахуй. Давайте кикнем этого придурка из гильдии нахуй, нахуй такую хуйню пиздить. Да не гони ты на Славика, он будет. Ты про кого, про меня или че? Про Войда. Надо убивать, у меня водка заканчивается. А ты водяру херачишь, как я пивасик, да? Так чисто не спешат, наслаждение. Ну да. Пузырёк на рейд беру. А чем ты запиваешь? В смысле, нахуй мне запивать, если у меня закуска есть. Салом заедаешь? Огурчики, сало, хлеб. Повороте афли для салки. Хахла кусок.